Начнем. Ой, бля, хоть увидеть живую его. Пусть потрогай. Только немного, блядь. Ну? Ну тяни, блядь, тоже ты, чё ты? Опа. В колею сбрасывай. В колею сбрасывай. Чё ты? Едь давай! Ждём, ждём! Да они как поехали, так? Туда, скорее всего. А чё ты? Ты... Не знаю. А сверху сюда едем. Может, они понизу? Давай слушать. Кто-нибудь вернётся же? Не, они стоят там, слушают нас. А вы чё, как вы, как мы вас проехали? А вы по этот, вы вот так, на развилке, вы встали, а вот так. Ну надо на развилке вставать кому-нибудь, то видишь, мы... А вы встали на верхней, а вы рядом вот так. Короче, этот, чуть-чуть подкачали, чтобы до поляны доедем, травы напихаем и дальше. Мощно? Я заднюю камеру взял, передней нет никого. А чё ты не сказали-то, я взял, у меня есть я дома. Ну. Поехали, они поднимутся. Парни качают колесо экологическим этим материалами. Мус ставим, ёбан. Мус ставим, да. Какое давление, парни? 0,7, бля. 0,7, заебись. Сильно не делайте. Говорит, надо хуя бегать, а говорит, сильно не делайте. Да, ну уже вылазим. Не шанс. Не идет дальше, пиздец. Понатыкали, да, бля? Понатыкали мотоцикл.
в лес спокойно не выйти. Долбаные мотоциклисты. Посмотрим в белизну. Посмотрим на молоко, да? Да, да. Какие скалы красивые. Ух ты, какие монастыри классные. Монастырские скалы, смотрите, парни. Да, вон там, вон, кайф. Не, Сань, по-моему, чуть-чуть вот сюда. Вот. Сюда, ну где-то здесь, да. Ну, в общем, красиво, да. Вообще, да. Продолжаем движение. Вообще, как в домашних тапочках, еще халата и кружки чая не хватает, знаешь. Вон туда. Да, да. Там просто ветка, и она сейчас мне как раз в глаза даст. Не-не, не трогай, Ромыч. Спасибо. Не, я ж не это. Оп-оп-оп-оп. Красавчик, поймал. Нихуя не видно. Чё там у тебя? Давай. Бензик идет, все нормально. Открыт краник, может? Он. Так. После чё началось-то? А вот чё стало, да? Вот на прямой чё. Хотя колпак вроде сухо, блядь, все. Компакт, да это, ой, провод, понял, что-то выскакивал с этой хуйни, я его вроде туда подзатянул. Он куда-то пробивает, такое ощущение, обороты. Да, короче, давай сейчас это перекурим, я посмотрю, может, она... Я заебал, но... Я заебал, тут у нас какой-то ракетиван. Так, а чё подсос где? Вот он же. Да, нихуя не Красотища. А здесь дождичка, походу, не было, да? Да, период какой. Все. Да, офигительно. Да, что тумана не было. Зачистка ковид.
А? Санечка, ты снимаешь? А какой ты на мухе ехал, что ее проживет на? Мус. Надо было вот там возле озера ставить. Санечка, ты снимаешь? Да, конечно. Мус, пожалуйста, эко. Да, 0,2. Все как по фэншую. Ну, а вот дай головой. Подожди, пусть мусор. А, вот это? Вон, видишь хребет второй? Вон она стоит на хребту. Красная такая? Да, да. Ага. Вот, и вот по хребтам, и там будет такой горочка, и вот в нее спускаюсь. Вон она. Ага. Пошли, Женька, поехали. Пошли. Пятнадцатым объединенным отрядом красных партизан, 3-й Лысогородской и 2-й Геленджикской группы разгромлен карательный отряд белогвардейцев. Понятно? Пенопласт. Ну, этот газобетон. Тут, наверное, ну да, фильм снимали. Такие остатки, типа. Декорации, короче. Крест только настоящий. А это все газбетон, да. Прикинь, делал кто-то, да? А? Делал кто-то крепость. Да. Не, наверное, все-таки это просто фильм назван. «Грозовые ворота». Здесь сделали эту крепость. И все. Крепости дали название фильма. И месту дали название фильма, да. Ну, очень красиво, на самом деле. Да, да, декорации. Ну, понятно, в общем.
Ткача Гачук. Да, самая высокая. Опа. Аккуратненько. Нормально? Тяжело ему будет. А не, нормально идет, смотри. Я в МЧС работал, мы вот здесь доставали ватник, улетел вот так, как угра. Мы его доставали, ведет, понял, по часам, по часам. Люди успели спрыгнуть, а этот ватник туда ушел. Круть, смотри. Что ты испугаешь, он тут дети малые, а ты испугаешь. И дети побольше. Дети молодчики. Это вот эти пушки стоят. Вот, смотри, как он. Где? Вот, блядь, сейчас. А, вижу, вижу. Прямо вот тут же три пушки. А этот маленький. Ему просто поздороваться. Да. А может и нет. Ну, любопытная. Какие вы? Они нас окружают. Да, это тоже понятно.
Жень, меня тут вообще окружили. Это перчатки. Блин, они такие, короче. Блин. Какой ты классный конь. У меня еды нет. Они окружают вообще со всех сторон. А этот грязненький какой-то. В зоопарке, да? Тихо. Не надо, у меня ничего нету. У тебя пахнет соска это водой. Все, парни, что вы встали? Я уже напрягаться начинаю. Ну да, на выпасе. Блин, кони, дайте я, все, мы поедем. Да тихо, подожди, надо, давай как-нибудь откатим. Уф, да, да. Блин, вообще. Чусака такой, ну-ка. Она его легнула. Так, надо, наверное, отсюда, пока нас не залегали. Там в глаз заглядывает. Блин, такой ты коняра. Классная. Че, куснула? Все, пойдем? Ну, давай, надо аккуратно. Ну как не заводить? Вот тот. Ага. Большой такой. Все, пока. Вообще. Нас там лошади в плен взяли. Отпускают. Не отпускают, да, откружили, не отпускают.
Ну так повеселее уже, да. Ну там парни скользят, да. На горке что-то там. Ну там одна была сложная, меня там просто подраскидала. А? Да такие они, не прям горки, просто... Ну там, да, они сейчас, они если их не сходу брать, то тогда... На фигуру, наверное, там начал кидать, да? На БС, на маленький? Нет. Поле? На ГР-7 и... По асфальту, я надеюсь. А, это широкая? Широкая? А, дерби, охуя мы так, блядь.
Рома, куда? Давай, грязючка! Гаси! Глуши! Чё, долго? Психанул, ебать. Сука! Я его рот ебал. А ну, Серега, еще раз, не видел. Веревка есть. Федя, снимай на телефон. Тогда переверни его, вот и первый раз он тогда его запрыгнулся. Я сюда поехал. Дай шкварню! Ты витов залезли. А у тебя пиздец этот водой заливает такой напор, ебать. Поэтому он у тебя походу и залег. Это пиздец. На контроль, да, залился по. Ну вытащи его. Наверное, можно вручить его. Ну, блядь, это ёба с этого, с КТМа. Да, блядь, похуй с чего это. О, пошло дело. Сейчас жопу вытянуть, я не едяю. Блядь. Ёбаный дракон, блядь. Ебать, нахуй я его подъехал, блядь. Чтоб чистым домой не принять. Давай сольёмся, может? Фига у меня тут какой
автомат. Что? Кнопку эту надо перевесить вот сюда, она под ручку попадает. Ну что, такое пойдем, хорош. Че, все в сборе? Да. Хотите по сложной, хотите по простой. Да, поехали. А, парни еще раз ебанут. Надо. А, надо? На поляну, по хребтам и туда, с вас да. Налево, куда-то я себе так. Да, да, да. А? Да, нормально. Блять, камни эти заебали нахуй. Что, пятого или сотки? А? Пятого или сотки? Прелестно. Такое ощущение, что там где-то бьются они. Да. Мать начну. Давай повторять.
Блядь, Дина, ноги скользят. Я, блядь, аккуратненько, нахуй. Да ёпты. Это я подзаебался уже, да. Но мы же в сторону дома едем, правильно? Да. Все. Ну, поляну, чтобы туда озеро выйдет. Да, вот. Ключик у тебя маленький. Ну, а, это от него? Руль блокировать? А там еще кто-то был? Алло, кондуктор.